В этом году пожароопасный период начался очень рано. С приходом солнечной погоды увеличивается опасность возникновения пожаров. Часто самый незначительный источник – горячая спичка, непотушенный окурок – может стать причиной пожара в лесном массиве с большими последствиями. Тушением лесных пожаров совместно с работниками МЧС занимаются и работники лесного хозяйства. В связи с этим на базе Криничанского лесничества была проведена практическая отработка взаимодействия районного звена государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны по ликвидации пожаров в природных экосистемах. По легенде учений, на окраине лесного массива Криничанского лесничества произошло крупное учебное возгорание сухой растительности в результате неосторожного обращения с огнем группой отдыхающих, которое удалось оперативно обнаружить при помощи системы раннего обнаружения пожара. Первой на пожар прибывает дежурная команда лесхоза, а также трактора с плугом и бочка сельхозпредприятия «Экспериментальная база Криничная». Для тушения применяются ранцевые огнетушители, а трактором создается заградительная минерализированная полоса. Спустя считанные минуты на помощь подъезжают пожарное отделение лесхоза и работники МЧС. Благодаря оперативным действиям работников лесного хозяйства, а также спасателей пожарных, пожар удалось ликвидировать и не допустить дальнейшего распространения огня вглубь леса.